У тебя ноги не устали? Что? До 5-9 минут. Ну вот, 9 минут здесь посижу. Потому что мне скучно. Ты как бы везде ходишь в мои мысли. Ого. Универ Йорк называется. Ты рядом живешь, да. Ну блин, до туда еще идти надо. Типа минут 5, конечно. Ну ладно. Мне так лень. У меня еще будто бы настроения нет. Я хочу, чтобы вы мне его подняли, пожалуйста. У меня вообще настроения нет. Я не знаю, что со мной, что делать. Как-то... Мегатаурс. Как тебя зовут? Мне подарки просят. Нет, я говорю то, что мне грустно. Просто не грустно, а типа настроения нет почему-то. Чайкует, да. Какие экзамены сдала? ЕНТ, IELTS. Это очень красиво, спасибо. Классно пахнет. Передаю вам этот запах. Мне очень нравится Gucci Flora. Он классный. Вот. Что сделать? Почему мне так скучно, и у меня нет настроения, я не знаю, что делать. В эфире почему-то тоже скучно. Я даже не знаю, о чем говорить. Вы очень красивые и нежные. Спасибо большое. Все будет офигенно. Терпение, еще раз терпение. О, спасибо. Салим Харахас. Что с погодой? Погода такая ужасная. Профессия Кандай. Набрала 6,5. Ты кто? А вы кто? Погода огонь. Вообще не люблю такую погоду. I'm from Kazakhstan. Просто сделай лицо влюбленное. Сколько уже стримишь? Я только что зашла. Я выхожу, перезахожу. Уже улыбаешься. Это уже хорошо. Да. Чем себе дождик не угодил? Мне не нравится вообще. Будто бы дождик и плакать, короче. О, спасибо за розочку. Одну розочку. Такс. Спасибо. Миром ему ту. Сердце в руках хотя бы 6. Короче, я знаю, что случилось. Костида. 100% костида. Потому что это так невозможно, знаете. Чтобы и вообще все при все. Спасибо за одну розочку. То есть поступила в Англию с 6,5. Да, а что? А мне, кстати, короче, поехали в одно агентство и спросили, типа, сколько у тебя IELTS? Я такая, вот 6,5. Я такая, куда собираешься поступать? Я такая, я не знаю, а в Англии что там? И она такая, ну, у тебя, по идее, не хватит на 6,5. Надо с 7 поступать, потому что 6,5 это мало. Я такая, а я-то уже поступила, просто, типа, ради интереса хотели спросить, типа, что, сколько стоит и так далее. Hello, user. Буду со всеми этими кристалликами здороваться. Вот. Сказ-
сказала то, что не хватит, но хватит. И вообще не слушайте таких людей, которые говорят, не хватит, потому что все равно хватит. Какие красивые губы, спасибо. Намазалась. Она классно пахнет, понюхайте. Ого, какой фокус! Прикольно, да, гроза была. Your future. Скучно как. Да, я казашка. Трлернее жасырын реклама. Я... Хоть бы мне кто-то платил за эту рекламу. Looks like Korean. Может всем врать то, что... Yes, I'm Korean. I'm half Korean. Oh, thank you. А вы знаете, где находится Нарынкол? Какая-то погода интересна сейчас. Looks like supermodel, thank you. Там родственник. А какая там погода сейчас? Нарынкол, это же там, где на границе с Кыргызстаном, да? Посмотри, ладно. А как смотреть по погоду на Нарынкол? Такс. Ты казашка или кыргызка? Я казашка. Живи, дыши, и все будет от души. Здрасте. Don't shy. Не понимаю прикол с моей серой ноты. Ой, короче, я снялась. Ну как, типа, сделали эдит там, где это Карналда. И потом, короче... И потом, короче, все пошло-поехало. Все начали лайкать что-то там. И вот так вот...